Этим летом, несколько месяцев тому назад, очень близкая нам женщина была переводчицей в беседе азербайджанского дервиша с лапландским шаманом из севера Норвегии. В ходе разговора, очень интересного, коснулись вопроса о любви мужчины и женщины. И шаман сказал: «На женщину надо смотреть, как на богиню, а иначе это просто вещь, которую ты используешь». Пустота достается на долю тому, кто привлечен к красоте, стремится ее присвоить и использовать. И у Рильке есть стихотворение, жестоко рисующее результат такого овладения. Последние две строчки только я помню в русском переводе. «И когда тела, не получив ожидаемого, с отвращением отрываются друг от друга, одиночество хлещет реками». Вот конец многих страстей, которые кончаются тем, что сердечное влечение бывает растоптано и раздавлено взрывом элементарной страсти. Не надо давать суете, поверхностной суете, которая часто бывает очень бурной и страстной, в любой области, и в чувственной, и в интеллектуальной, и в художественной, в какой хотите, в политической, в борьбе за деньги, наконец. Диетическая мораль. Без женщин жизнь скучна, без дураков невозможно. Пусть я дурак, но страсти – это здорово. Мировое искусство на них построено. Если взять среднего человека, он ведь живет вяло, и для него всякая страсть становится увлекательной. Как говорил Горький, на пустом лице и царапина украшения. Вся декадентская литература основана на идеализации варварских страстей, потому что в буржуазном быте мы скучаем. Потому же и современная культура сплошь и рядом бросается к чему-нибудь остренькому. И этим она может себя погубить. Но если люди начинают совместную жизнь воспринимать как совместный обед, глубина потерялась. Ну, это от недостатков у мужчин. В этом смысле среди женщин гораздо больше глубоководных. Мы говорим о справедливости, а вот где же справедливость? Я нашел три пары Зининых очков, и ни одной твоей. Моя сестра сказала бы только одно, потому что ты не причёсана. Какая была я растрёпана. Еще одного человека сюда. С видом на море обратно.